Доброе утро, дорогие друзья. Ну, у меня опять день рождения, на этот раз по местному календарю, поэтому опять всем брахава от лоха. И благословит тебя Господь во всем, что ты будешь делать. Замечательные слова этой недельной главы. Благословение приходит к нам от Бога. И это самое важное, что может быть. Все, вот если есть благословение на чем-то, ты всегда достигнешь успеха. Но надо тоже что-то делать. Мы верим в чудеса, но мы не должны рассчитывать на них. Сочетание нашей усердной работы с божественным благословением – вот идеальная дорога к успеху. Классический пример – крестьянин. Он может пахать, сеять, потеть круглые сутки напролет, но если не будет дождя, будет проблема с урожаем. И наоборот, все дожди мира не могут помочь и заставить расти семена, если крестьянин не посадил их в землю. Только если он сделал свою работу, а с небес пролился дождь, можно ожидать обильного урожая. Это работает одинаково вне зависимости от того, кто мы с вами. Фермеры, предприниматели, программисты, бизнесмены, механики или учителя. Это как в той знаменитой истории, когда человек молится Богу, разбивая уже там себе все, что может, и говорит, пошли мне выигрыш в лотерею. Проходит много времени, ничего не выигрывает. Теряет веру. И вот идет он, такое разочарование, изливает свои чувства Богу, говорит, Боже, месяцами я молился, почему ты не дал мне? Тот говорит, купи билет, дурак, купи уже билет. И в действительности это касается всех наших начинаний. Бог помогает тем, кто сам помогает себе. Надо сделать свою часть работы, и мы будем надеяться, что Бог сделает свою. Есть еще важнейшая вещь в нашей главе, которая говорит о том, ну, в общем-то, о заработке, о сути жизни. Отделяй десятину от всего урожая посева твоего. Эта фраза Писания содержит повеление жертвовать на благотворительную часть, на благотворительность часть нашего дохода. Мудрецы Талмуда говорили интересную вещь. Есть связь корней и схожесть написания слова «теасейр» – «отделяй десятину» и «титашейр» – «разбогатеешь». Это намекает на то, что только те, кто тщательно отделяют десятину, могут рассчитывать, что Бог наградит их богатством. Знаете, это очень удивительная вещь, что как бы здесь переливающаяся сюда, отделяющая десятину, безусловно, может рассчитывать на прибыль. Каббала говорит, что когда Всевышний любит человека, то посылает ему подарок. Что это за подарок? Это бедный человек, которому можно помочь. Он получает по заслугам и очищается. Здесь это надо, то написано, не переведется бедной земле. Почему? Да только из-за тех, кто может дать, а не совсем не из-за бедных. То есть этот человек страдает от того, что тебе надо так устроен мир, что ты должен дать ему цдаку. Он страдает от того, что он стал бедным, чтобы ты имел возможность дать цдаку. Почему благотворительность так важна? Мудрецы утверждают, а тут мы с вами должны напрячься, да? За месяц до суда на небе, а у нас ровно остался месяц, еще несколько дней до там, Рош ха-Шана. Вот до Илула остался, уже в шаббат будем благословлять месяц Илул, в котором все решается. За месяц до суда каждый человек получает с неба невидимую ему повестку в Верховный суд. И когда до Нового года вот этот месяц остается, нам дается шанс. Мы можем наверстать все то, что не успели, упустили, постараться пополнить то, что заповедано было в этом году, и мы не сделали. Для искупления всяких грехов мы должны за оставшийся месяц как можно больше совершить хороших поступков. Вот что нам сейчас важно понять. Представьте себе, кстати, вернусь опять к благотворительности, представьте себе, что вас просят о помощи два человека. А вы можете помочь только одному. Кому вы отдадите предпочтение? Тора говорит одному из братьев твоих, указывая, что брат имеет преимущество перед остальными. И дальше шире, что родственник твой имеет преимущество перед другим человеком. Но самое главное здесь другое. Дальше, в воротах, помоги тому, кто в одних воротах твоих. Нам велят, что после родственников вообще помогать беднякам нашего города, а потом уже беднякам других городов. Таким образом, Тора учит нас, что в оказании помощи должен присутствовать определенный порядок и устанавливает очередность. Если ты, например, живешь в городе, там, Москве, а тебе нравится синагога в Краснодаре, ну, ты можешь ей помогать, но ты не должен забыть Москву. Если ты живешь в Одессе или там в Киеве, да, а тебе нравится синагога в Алма-Ате, ты можешь помогать синагоге, но ты обязан не забывать про свои синагоги, синагога твоего города. Закон помощи другому очень простой. Положись на помощь Всевышнего, это совет, который человек может дать только самому себе. А другим надо помогать самому и не отправлять их к Богу. Вот когда ты делаешь так, Бог всегда будет с тобой. Браха ве ацлаха. Хорошее вам, вот самого праздничного настроения, что все беды ушли. Браха ве ацлаха. Всего самого лучшего и улыбки.